На днях товарищи привезли мне пивной ячмень, и мы из него сейчас сделаем солод. Первым делом надо хорошо промыть ячмень наш от пыли и грязи. Ячмень уже сразу видно, что относительно чистый, только пыльный. Шелухи и всяких примесей там нет. Вода относительно чистая. Вот это сейчас еще разочек промою. Можно оставлять до утра на замачивание. Ну, пускай до утра. Сейчас накроем крышку. До утра пускай замачивается зерно. Простояло чуть больше 20 часов. Набухло. Водичка чистая. Сейчас прям в эту воду добавим соды, чтобы обеззаразить. А потом промоем и будем укладывать в ящики. Попадаются вон сломанные зернышки. Так, оставляем на полчаса. Укладываем в ящики зерно.
сделал такую раму сеткой. Вот, пускай прорастает. Посмотрим, как лучше будет прорастать в ящиках или на сетке вот так, на открытом воздухе. Не забываем несколько раз в день поливать наш будущий солод водой, чтобы он не пересыхал. Прошло 2 дня, и эти 2 дня я приходил и переворачивал солод. Так, наш солод. Даже чуть-чуть, наверное, даже перерос за ночь. Быстро вырос. Да, некоторые большие. Ну ладно, сейчас его посушим. Будем перерабатывать. Попробуем сделать виски. Если получится что-то из этого. Ну да, за ночь прям махом вырос. И длинные, и короткие. Ну ладно, нормально. Сейчас в ведра и на крышу сушить. А там посмотрим, через мясорубку или как сделать. Собираем солод, ведра. Сейчас на крышу его отнесем сушиться. Огурцами пахнет. Свежими.
ведер сухого получилось. Почти 4 ведра пророщено. Прошло несколько часов. Время ближе к вечеру, и видно, что солод уже на такой жаре хорошо подсох. Угу. Подсох хорошо. Ага, подсыхает. Хорошо. На солнце переставил. Пускай дальше сохнет.